Всем привет! В этом видео я покажу, где искать картинки, живые картинки, но в пустыне. То есть вот эти вот картинки, сейчас я их открою книжку с ними, вот это. Да? Вот эти вот картинки, но в пустыне. Для этого мы возвращаемся в Ванарану. В Ванарану настоящую, там, где есть вот эти аронары. Приходим вот в это место, где почтовый ящик, да? Вот это вот место. Вот оно. Открываем почтовый ящик, и здесь у нас появятся новые, так сказать, заказы на картинке. Ну, короче, письмо, в нем будут новые рисунки с картинками, да? Сейчас. Вот. Открываем. И здесь у нас появляется вот первая картинка. Телепортируемся в сюда. Вот туда, к этому месту. И вот здесь, в этом месте, надо найти вот это место с рисунком. Что нам здесь показывает? Берем анима персонажа. И нам нужно сдуть вот ту вот горку с песком. Берем. И нам нужно сдуть вот эту вот горку. Копаем. И вот он сундук с первого рисунка. Теперь нужно прийти на следующий день снова в Ванарану и получить этот заказ на картинке, так сказать. Второй день возвращаемся. Делаем, точнее, забираем письмо из почтового ящика. Смотрим нашу книгу. Картинками. И будет вот этот рисунок, да? Телепортируемся. Телепортируемся. Вот сюда. Бежим вот в эту сторону. Можно, конечно, если кто-то сильно хочет перелезть через гору. Но лучше всего побежать вот так вот. Обходим. И здесь будет момент с закопанным сундуком. В этом месте. Вот он, кажется, если я не ошибаюсь. Что здесь вот он, вид в эту сторону. Ставим нашего анема персонажа любого. Оказалось, это не это место. А, извиняюсь, это прям под горой, оказывается. Вон оно, это место. Вот она, эта горка. Все. Забираем. И все. Это картинка второго дня, получается. Да. Значит, третий день, снова возвращаемся в Ванарану, идем сюда к почте, снова взаимодействуем с почтой, получаем место с рисунком, точнее, получаем рисунок, а место нам надо искать. Место это будет вот здесь, вот здесь наверху, ну то есть, точнее, сюда телепортируемся, оно не здесь, но телепортируемся сюда. Не забываем снова анема персонажа в команду поставить. Ну, сейчас первым делом.
Ставим Анема Перса Нажа в команду. Я вот использую Саю, чтобы вот этих вот сразу бабочек собрать. Так. Спрыгиваем сюда вниз. Вот сюда. Можно сказать, что в начало дороги. Вот сюда вот. К этому месту. Вон оно место, кстати. Оно тут самое что интересно, что оно тут даже подсвечено. То есть тут даже искать его не надо особо. Вот оно. А, оно тут, получается, в два слоя засыпано, можно так сказать. Все. Раскопали. Собрали. Проверяем на всякий случай. Но это должен быть 100% это место. Сейчас. Проверяем. И да, вот оно. Нашли. На этом все. Вот три рисунка в Сумеру сделаны. На этом все, да. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, поставьте лайк этому видео. Посмотрите другие видео на моем канале. Еще раз большое спасибо. Увидимся в других видео на моем канале.